Новая жизнь – это великое чудо, оттого так и созвучны слова «чадо» и «чудо». Появление ребенка – новый этап в жизни семейной пары. Бессонные ночи, переживания по поводу самочувствия малыша, подгузники, бутылочки – все это хлопоты. Приятные, ведь компенсацией становится всего лишь одно первое слово «мама». Природа заложила в женщине функцию деторождения, говорят участники молодежной организации в защиту жизни и семейных ценностей. И суть акции, которая сегодня прошла в Брестском областном перинатальном центре, сделать все возможное, чтобы как можно больше рождалось детей. Слово «аборт» должно быть вычеркнуто из лексикона и из жизни. Один из этапов работы – наглядная агитация. 16 плакатов на тему развития ребенка в утробе матери было передано Брестскому перинатальному центру. Такие же поступят во все гинекологические отделения нашей области. Данная акция, безусловно, будет полезна. Это как продолжение нашей работы по профилактике абортов, по увеличению рождаемости в нашей стране. Скажем, количество абортов ежегодно в Брестской области у нас снижается. И на порядок из года в год количество абортов становится меньше. Это, естественно, связано с той работой, которую проводят и медицинские работники, и общественные организации. Одни женщины действительно делают выбор не в пользу ребенка в силу серьезных обстоятельств. Проблема же других в том, что они не до конца осознают существование внутри них настоящего, живого человека, жизнь которого началась уже с момента зачатия. А плакаты, переданные в дар, очередной раз напомнят женщинам об этом факте. Представьте, что женщина приходит, хочет сделать аборт, она видит, что ее малыш живой, уже на 18-й день у него билось сердце, она уже мама, и она принимает решение, рожает, во-первых, своего ребенка, во-вторых, гражданина нашей республики, и я думаю, что все от этого только счастливы. Неродившийся ребенок еще не может сказать, как ему важно появиться на этот свет. Лишить его такой возможности несложно, но плата за этот шаг слишком дорого обходится женщине.